Всем привет! Появилось немножко в свободном времени, вырвался, скажем так, на часик покидать спиннинг. Рыбку вон вижу уже, играет. Я думаю, сегодня без рыбы не уйдем точно. Вон, да, есть. Нормально. Сейчас будем ее ловить. Я думаю, тут я наловлю много. Чуть-чуть я не там встал. Перейдем. Ловить будем на поперах. Такой вот. Ветер не сильный. Не следите сильно. Так, пока не получилось. Я думаю, надо будет поменять на колебалочку, наверное. Ладно, давайте сменим. Вот такую вот поставим. Я думаю, сейчас с первой проводки. Первой проводки. Нет, не будет с первой проводки. Хорошо. Там вот сюда запросим. Интересно. Не берет. Оп.
Вот она. Вот. Третья проводка, да, получается? Давай, иди сюда. Ох ты, выплюнула, ё-моё. Сильно повернул. Ничего, расстраиваться мы не будем. Сейчас немножко отойдет. Залакивает. Вот тебе из третьей, из первой проводки. Ну вот, первый лоб. Через много, конечно, набросов. I can so deep in the first aid. Don't try and run if you know you can't get away. Still having fun and it feel like my birthday. Wanna slow down, yeah. Blood everywhere, it's a showdown, yeah. Always on top, never go down, yeah. Doing this is all I know. Switchblade. Вчера намного активнее клевало. Но вчера был, конечно, подходили. И ветра не было. Трава, что ли?
Ну вот и второй улов. Крыса, что ли, плывет? Дянь, что ты порыбачил, покидаешь или нет? А? Ты не против? Ну, подведем итог сегодняшней рыбалки. Рыбачил я где-то около часа, даже меньше, может, минут 40, поймал 3 щучек. Ну, одна ничего такая, где-то меньше. Вот. Спасибо всем за просмотры. Надеюсь, видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.